24 октября в 14:00 в Преображенском кафедральном соборе Тольятти выступит мужская капелла «Благовест» из города Суздаль. Красивое сочетание голосов, высокое мастерство исполнения, широкий диапазон. Так характеризуют мужскую капеллу «Благовест». Она была создана в 1991 году на основе мужского хора Нижегородского Благовещенского монастыря под руководством заслуженного артиста России Льва Панкратова и продолжила в своей деятельности духовно-просветительские традиции Иоанна Дамаскинского церковно-певческого братства. С успехом гастролировала в Болгарии, Германии, Греции, Италии, Испании, Польше, Франции, Швеции, Чехии. В настоящее время коллектив не гастролирует. Тольятти является единственным городом, куда коллектив выезжает с выступлениями. Вход на концерт свободный.